Магазин «Хитсад» предлагает фонтаны для сада из стеклопластика. Это вид искусственного камня, защищенного от разрушающего действия влаги, плесени и неприятных запахов. Фонтан может быть выполнен в виде фигуры или имитировать естественный источник среди скал. Если установить фонтан рядом с тенистой беседкой или верандой дома, то в полуденные часы можно будет наблюдать за струями падающей воды или подремать под ее журчание. Установить фонтан очень просто. Наливаете воды, устанавливаете помпу и включаете ее в розетку. Далее вода начинает циркулировать. Декоративные садовые фонтаны от Хитсад сделают ваш сад неповторимым. Здравствуйте, дорогие мои ютубщики, здравствуйте, мои дорогие афонтовцы, все мои любимые телезрители. Сегодня речь пойдет о капусте. Вот знаете, я до такой степени упертая, и если мне будут говорить, что капусту надо сеять в начале мая, ну, даже подраться могу. Но капуста моя посеяна, как и ей положено, вообще-то в первой декаде апреля. Почему так? А потому что капуста вообще-то бывает разных сроков созревания. Вы об этом, надеюсь, уже знаете и запомнили. Вот здесь каждый поперечный ряд — это разные сорта капусты. У меня их тут, наверное, 10-то как минимум. Здесь и скороспелые, которые для еды в июне предназначены. И скороспелую капусту сеять надо даже не в начале апреля, а бы в последней декаде марта. О, вижу ваши глазки удивленные. А что ее в снег сеять? Нет, в какую-нибудь плошку дома, чтоб корни входили. И ночью в холодильник, утром на прохладный балкон. Капуста не любит тепла, она будет тянуться. Но дело не в этом. Я посеяла в начале апреля. Здесь есть скороспелые, среднеспелые, позднеспелые сорта. Здесь изысканные сорта. Не просто дорогие семена, а очень дорогие. И там по 10 семечек. Но если вы сейчас посмотрите вот сюда мне под ноги, вы поймете, что какие бы они дорогие ни были, качество семян просто, пипец, у меня нет других слов. Я бы по-другому сказала, только мне вот не разрешают это делать. Вы посмотрите, уже конец мая, а у нее всего кое-как 4 настоящих листика вылезло. Эти не считаются, это семидоли, они листьями не являются. А нам к высадке, к 15 мая, надо иметь на капусте как минимум, ну, хотя бы 6-7 настоящих листьев. Иначе она не успеет вызреть. Девочки и мальчики тоже, не надо мне смотреть в глаза с укором. Я все равно буду стоять на своем, рот заклеить, и все равно буду кричать. Не знаю, рупор. Значит, что нужно делать с капустой сейчас? Во-первых, ее, конечно, нужно кормить. А чем кормят капусту, чтобы зеленую массу? Конечно, азотом. А что у нас такое азот? Конечно, это либо селитра аммиачная, либо это мочевина. Если мочевина, 1 столовая ложка на 10 литров. Если это селитра, 2 столовых ложки на 10 литров. И междурядье. Не надо поливать по ней вот здесь. Вот ее междурядье. Вот сделайте вот так вот. Подгребите ее, ей это полезно. Видите, здесь земля рыхлая, хорошая. Кто-то потрудился тут, ага. И, конечно, ее нужно вот так подгрести. И в междурядье сюда налить вот этот замечательный раствор либо мочевины, либо селитры. Селитры есть разные, кальциевые, аммиачные. В данном случае лучше аммиачные селитры. Кальциевая у нас для помидор в основном используется. Значит, вот как бы, да, мы подгребли, давая ей возможность, ну кто-нибудь угадайте, подтянуться. Понятно почему? Она у нас вроде подросла. На самом деле нет, но вроде вытянулась. И это хорошо. И вот на ее стволике появятся дополнительные корешки, которые мы засыпали почвой. Ну вы все это помните, я это говорила уже 100 раз. Но вы просто на слух сейчас поймаете все, что я говорю, и обязательно сделайте. Вот, я ее подгребла. Аккуратненько нужно делать, чтобы ничего не сломать, ее и так мало. В каждом пакетике по 5 семечек. Я валяюсь, они там совсем офигели уже. Значит, и в междурядье налейте этого раствора. Я ее обязательно подкормлю сегодня же. Но, вы знаете, когда говорят, ой, да ладно, что-нибудь вырастет. Знаете что, мы вообще-то сибиряки кормимся с огорода. И что-нибудь нас не устраивает. Нам надо полноценные вилки капусты, которые будут прекрасно храниться зимой. И прекрасно будут в засолке. А, вот...
когда мне говорят, ой, ну подумаешь, это только капуста. Скажите, пожалуйста, сколько вы блюд из капусты знаете? Я знаю, наверное, 100. И все они очень полезны, вкусны и обязательны в рационе человека. Поэтому здесь вот, вот сюда, посмотрите, вот сюда. Ой, какая красота! Мой любимый коронет. Вот оно качество семян. Одна, дохлая. Еще один коронет. Вот здесь, смотрите, вообще их было, я так понимаю, 4 ряда. И что? Из 30 семечек 4 штучки? Я не знаю, как разговаривать с производителями семян. Так, вот другая фирма. А это знаете, что за чахлость? Моя любимая White Excel. Белый прыжок какой-то там замысловатый. Это цветная капуста, которая у нас к концу июня вот такую голову образует. И что тут образует голову? Вот эта дохлость, которая, да? Какая тут голова может быть? Может быть, вот это как-то вырастет, но только она. Так, ну вот еще здесь дохлость и из той же серии. Я не знаю, вот кому пожаловаться? Не покупать? Давайте устроим бунт. Ну, зато вот недорогие фирмы, представленные, да, на нашем рынке, они-то как раз молодцы. Вот вам, пожалуйста, белокочанная капуста скороспелка, зеленая вершина. Выбирай любую, и все вырастет. Здесь есть такие капусты, очень скороспелая. Парел, но из 15 семечек всего 3. Это как? Я за что деньги отдавала? Зла не хватает. Значит, здесь есть еще капуста. Савойская капуста. Помните, какая красавица, да? Пузырчатые листья. Для голубцов просто незаменимая вещь. Так вот это Надя. Что-то я не понимаю даже, есть она тут или нет. Ну, как-то она так странно взошла. Какая-то кривая. Но я ее, конечно, огребу для того, чтобы хоть как-то и вырву все, что не нужно. Меня вот такая вот рассада такого качества не устраивает вовсе. Вот эта капуста, она привлекла мое внимание. И знаете, это кто? Это цветная капуста сиреневого цвета. Она, конечно, хороша. Понятно, что и семечек было мало, но все семечки взошли. Причем и выросли практически все. Ну да, она немножко падает. Катаклизма была и в теплице тоже. Так, и, конечно же, капуста изумрудный поток. Я ее второй год сею, и она мне очень нравится. И я надеюсь, что она вырастет прекрасно. Ну вот, сейчас ей нужно давать подкормки. Давайте сделаем наш, не наш дачный коктейль, а наш дачный коктейль. Помните, да? Там и крапива, там ведерко навоза, там и зола, там все на свете. И проливка, для начала пусть это будет мочевинка или селитра, как я уже говорила, а потом мы все-таки ее подкормим так еще ударно через недельку вот этим дачным коктейлем. Рецепты у вас все есть или смотрите на YouTube. И перейдем сразу в этой же теплице на другую грядку, и это будет уже следующий сюжет. А пока все.